Москва, 1 июля, РИА Новости. Всероссийская акция «Безопасность детства», организованная по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой для профилактики чрезвычайных происшествий с участием детей во время летних каникул, стартует в воскресенье, сообщается на сайте омбудсмена. Всероссийская акция «Безопасность детства» по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой пройдет в период с 1 июля по 31 августа, говорится в сообщении. В нем уточняется, что акция направлена на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в период летних каникул. Для этого при детских омбудсменах в российских субъектах создаются рабочие группы с участием активистов родительского сообщества, молодежки ОНФ и членов общественных советов при уполномоченных. По представленной на сайте омбудсмена информации, они будут проводить мониторинг безопасности мест отдыха детей и семей с детьми, дворов, парков, скверов, пляжей, детских площадок, в том числе в ТРЦ, а также прилегающих территорий. Задача таких патрулей – выявление факторов, угрожающих здоровью, а порой и жизни несовершеннолетних, открытые люки, заброшенные карьеры, слабо закрепленные или неисправные конструкции, спортивные тренажеры, неогороженные места, где проводятся ремонтные или строительные работы и так далее, говорится на сайте омбудсмена. Отмечается, что региональные омбудсмены позже направят итоги проверочных мероприятий в профильные министерства и ведомства для устранения выявленных недостатков. В материале отмечается, что необходимость проведения подобной акции была вызвана рядом трагических случаев в регионах, в частности, пропажей в Брянске ребенка, которого позже нашли утонувшим в выгребной яме, падением несовершеннолетнего на арматуру на школьной площадке в Екатеринбурге, а также пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.